Так, где там оказались? Если будет надо, я еще неплохо метаю ножи. Как мило. Наверное, вот второй тогда. Садимся. Чем же таким иаков пожертвовал, хотел бы я знать. Я готов. Готов, поехали. Люди стали двигаться по мере освобождения больше людей. Смотрим, что у нас здесь. Сейчас коллапс уже выйдет. Большинство перевесят жизни большинства. Трупешники. Когда народ, не ведавший голода и отчаяния, познает безумие, придем мы грызимся, мы сделаем, что мы. Обыщем тоже там трупак. Этот мир с этой стороны. Мягок. Мы забыли, что значит быть сильными. О, что-то нашлось. Наши герои были богами. Когда-то это было отличное. Теперь Иаков проводит здесь время. Отлично. Шалки, больные. Тут уже все не берется. Так обычно. А это мысль. Хорошо, что мне встретился тот, у кого хватает мы мозгов и смелости. Уже обычно. Вот, у тебя лайк. Как очутились в тупике. История знает. Так, ладно, пошли. Лишь истребляя слабых, можно уцелеть. Так, хорошо. Я собирался сделать то же. Мы раз за разом платили жизнь. Эй, привет! Рада тебя видеть, друг. И выживали. Так, что тут у нас? Люди взяли.
обыщем. Читать, окей, понятно. Вот сюда. Патроны взяли. Главное, с Гризли не встретиться. Понятно. Так, ладно, дальше. Тут что? Открыть. Этот мир слаб. Мягок. О. Мы забыли, что значит. Зашибенно. Так, тут у нас. Отличная заначка. Так. Слабые, жалкие, больные. Кто-то думает, что нас захватят пришельцы. Уху. Да-да. Мы отдали власть в руки слабых. Не понимаем, как очистились в тупике. История знает цену жертвенности. Готовы это. Если у тебя слабых, можно умереть. Так, хорошо. Мы раз за разом поводили с ними смазу благодетствия большинства этих маленьких. Так. Патроны жизни нормально. Но забыли об этом. А если нам пришел регион. Точно. Ну, всюду жизнь есть, да? Это хорошо. Так, здесь что? Так, тут уже были. Так, дальше здесь. Рада встрече, приятель. Мое почтение. Ты уже, да, что-то? Этот мир слаб. Так, хорошо. Здесь что, выход? Рада тебя видеть. Здесь выход, да. Как дела, мисс? Теперь они безбожники. Слабые, жалкие, больные. Сразу все посмотрим. Я такую решетку для коптильни сделала. Добыть бы лося. Мы отдали власть в руки слабых. Мы не понимаем, как эти люди... Привет, Брэд. Ты бы свои гребаные подношения проверял почаще. Если стреляют слабых, можно умереть. Окей, пошли. Веди, я за тобой. Нифига он так технично залег. Это место уже не хочешь ничего брать, я уже полный весь. Рада тебя видеть. Так, нет. Сюда. Вот здесь он. Да-да, мы сделаем что-то. Нашел его? Просто поставь кассету. Угу, отлично, все. Сейчас начнется. Ах ты, черт! К тебе едут грузовики. Похоже, Яков знал, что мы придем. У них там куча пулеметов и минометов во дворе. Не стесняйся, используй их игрушки. Хорошо. Иду, последи. Или ладно. Ничего страшного. Я пойду прикрою. Обожаю взрывать все подряд. Понял. Thank you.
Собьем. Так, вертолеты где? Не вижу. На этой стороне где?
собака. Блин. Есть, блин, это вообще, блин. Ой, блин, где-то мочит, еще один. Походу я. Блин, это капкан, короче. Капкан жесткий, ладно. Означаю пока этих. Сейчас буду. Вперед. Давай. Вот собака, вот ублюдок. Давайте помощники скорей. Давайте, давайте, где вы там? Вот этого надо завалить. Вижу врага! О, молодца. Собака, блин, блин. Вот он, козлина. Есть. Беру-ка я пушечку нормально. Хорошо! Я с тобой! Так, обыщу. Шел, нет, он вообще капец, на глаза кровоточат. Чё? Помощник, ты настоящий герой, вот что я скажу. Ох, у него, блин, как... Бриксу невероятно повезло. Выживальщики вот-вот его заберут. Отлично. Так, чё, уходим? Яков лишился своей уютной пыточной камеры. Но представляю его рожу, когда он узнает, что Грандвью теперь наш. Да. Замечательно. Так, ладно. Ты всем доказал, что ты надежный человек. А я всегда это знал. Увидимся в логове, солдат. Угу. Будь осторожнее.
надеюсь, на месте. Так, сейчас вертолет и полетим. Я наслышана о том, что творится. Здесь еще оружие было. Класс. Угу. Понятно. Прыгаем сюда. Здесь у каждого есть какой-то небольшой дел. Так, ладно. Что там, вертоль стоит? Ништяк. Стоит наш замечательный аванпост наш, да, хорошо. Тут хорошо. Куда летим? Тут вот что светится, не могу понять. Так, вот здесь что светилось, фонарь уже мать. Поверить не могу в произошедшее.
по-любому надо быть. Ну, замечательно. Угу, хорошо. Элай везде развесил камеры, так что теперь ему штаба всех нет. Круто. Сейчас запупырю это в эфир. Найдешь еще, тащи сюда. Расширю плейлист. Разговоров нет. Так, патроны, да? Птички. Йоу, круто, что ты с нами. Эй, парень, как тебе бункер? Нравится? Почти 500 квадратных метров лучшей американской стали. Угу. Придурок Ким мог бы сбросить на нас бомбу, и мы бы даже не вздрогнули. Ладно. Отвечай, сколько верных в шале. Здорово смотреть на звезды. Надо же, кто пришел. Ты, видимо, хочешь что-то сказать. Этот нытик, глава охраны шале, к счастью, плохо справился со своей работой и попал ко мне в лягушатник. Угу. Похоже, там тренируют верных. Если ты видел их в деле, то знаешь, насколько они жестоки. Да. Ты знаешь, что Иаков учил их стрельбе на живых мишенях, чтобы не было мандража после первого убийства. Эти ублюдки не ценят жизни тех, кто не вступил в их секту. Нужно убить их, как собак. Отправляйся в шале. Убей всех верных, которых увидишь, и заложи в шале взрывчатку. А дальше взорви это здание и преврати его в пепел. Как тебе идея? Похоже, опять... Ладно. Трудно не согласиться. Так, что тут с ней? Все, выходим. Найду позицию получше. Блин, кто лазит там? Быстрей! Чё там? Магазин нам не нужен. Здесь что такое? Так, ладно, наверх поднимаемся. Блин, еще три комплекта. Иду, прикрой! Если что, я... Так, кто-то там лазит. Обошлось парой царапин. Будь осторожнее. Угу. Посмотрим задание, что у нас тут. Найди второй, блин. Так, ладно. Добраться до места. Быки, ну такие. Добраться до игровой площадки, ладно, так. Отслеживать. Что у нас тут? Освободить аванпост, готовый же. 4000, блин, ну давай смотаемся туда. Погнали! Можно передохнуть. Где вот эта красная точка, блин? Я еще жива. Кто-то здесь, блин, тусуется. Ну-ка. Посмотрим. Так, так, где? Ой-ой-ой. Это летит, что ли? Или вон там, вон. Давай-ка вам постер ломаем. Чудо.
нормально. Так, не понял прикола. Где наши помощники-то, блин? Ну, она все ханаем, что ли? Давай, ты тогда. И ты тогда. Вижу противника! Есть. Скорей. Ой, живо! Хорошо? Так, эти ублюдки. Я прикрою! Я пойду с тобой! Я впечатаю! Прикрой! Я тебя прикрою! Господи Боже! Есть. Есть, хорошо. Так. Есть, отлично.
сейчас. Давай. Есть. Вот так вот. Вижу, да. Подкрепление. Где я не вижу? Ох ты же, блин. Так, приехали. Мочку попиваем. Угу. Здесь вертолет на месте мой будет. Ох, ништяк, на месте. Это меня радует, блин. Блокировать тачку, да, есть? Салага, наконец-то мы отбили отель Hot Springs. Ну. Сможем устроить там убежище? Хотя вряд ли народ туда побежит с радостью. Угу. Там же, типа, водятся призраки. Но я в эту чушь не верю. Ты нам помог с сектантами. В общем, может, продолжай в том же духе, Салага. Вроде пока без цел. Тебя мы бы не продержались. Тут кто-нибудь может помочь? Ты не поверишь, но в пещере Лидии прячется бешеный медведь. Угу. Сектанты пытались сделать из него орудие убийства. У них не получилось, медведь сбежал. Он оказался слишком буйным и сильным. Многие пытались его убить, но никто не вернулся. Угу. Надеюсь, у тебя хватит сил с ним разобраться. Угу. Прошу, пока он никого не убил. Давай. Какая же потрясная игра! Старовато я для такого. Все хорошо. Так, медведя, да, мочка? Ну, хорошо. Мочка, не медведя, блин. Ого, тут можно свои уровни делать. Иногда олень выходит так, прямо к тебе. Ладно, второй сбегаем быстро и за медведем. Хочу сказать спасибо тебе. Пожалуйста. Это место наводит на меня жуть. Спасибо, что помог в тюрьме. Да, не за что, что-то. Псина. Ух!
блин, самолет что ли там? Точно ублюдок на самолете. Что, за нами что ли? За нами летит козел. Ну-ка сядем там здесь. Ладно, здесь нельзя садиться. Только попробуем взорвать. Блин, извини, братан, извини, сейчас сажусь. Сейчас спасу тебя, стой, еще чуть-чуть. Жди. Сейчас. Бегу. Где ты? О, вставай. Не специально хотел сжечь, ладно. Эй, парень, как оно? Вот эти нужны. Вот так. Какого хрена? А летели отсюда нет. Давай, Саша. Самолет. Я пойду, прикрой. Атакую! Атакую сверху! Хорошо, сейчас все будет! Держись, я иду! Я не хочу здесь умереть! Спасибо тебе за помощь. Так, что здесь? В зоне поисков, да, пишет? Yeah.
Вот собака. Давай скорее туда. Блин, валим, валим. Сейчас меня тут прикончат! Давай, давай. Пожалуйста, помоги мне! Блин, не могу. Ты где? Я ранена! Помоги! Ё-моё. Короче, надо других вызывать. Не получилось у меня замочить этого медведя. Боже, на помощь! Куда идем? Блин, и это их она, короче, да? Ладно. Берем тогда, блин, не знаю, вот этого. Куда скажешь? Стой, сейчас буду. Давай. Ну я его, блин, там медведя, блин. Или нет? Ну, веди. Прикрою. Так, медведя мы забили, короче, ладно? Так, теперь рюкзачок. Угу. Так, какое задание сейчас посмотрим? По заданиям пройдемся. Так, так. Найдите, уничтожьте. Ну давай. Найдем, уничтожим. 3.16, офигеть. Погнали. Ясно. Ну иди.
что вы там тупоры вы встали? Садитесь. Этих, да? Так. Я с тобой. Куда скажешь? Блин, а где их найти? Точек не вижу я, блин. Ладно, попробуем полетать, посмотреть. Если наткнемся на блокпост, будь осторожен. Джесс, ты никогда не хотела... Отличная идея!
короче. И вот такая вот печенька. Так, короче, захватить у нас не получилось. Убили нас. Вертолет мы потеряли. Попробуем сейчас захватить. Есть. Есть. Ох, сколько их. Обыщем. Да-да. Эти, короче, как зомби. Так, а ну-ка, помощники другие тут у нас имеются. Вот это вот нам нужно с пушечкой. Отлично. Я сваливаю. Давай. Куда идем? Принято. Увидимся. Прибарахлиться решил. Так, глянем тут. Близости вертолетной ничего нету. Купить можно, нет? Нет. Плохо. Так, ладно. Обыщем, посмотрим, что тут есть у нас. Я знаю, что мы поступаем правильно, но вот наши методы... Прости. Так. Чё тут? Блядь, скум спади, 100%. Последи. У нас проблемы. Нет, нет скунса. Ключ. Нету ключа. Учусь общаться с людьми. Давай, чини.
Выйдем, глянем, что здесь. Камера какая-то стоит. Замок. Пронесло. Это что? Фигня. Никак. Что это такое за бедуля, блин? Камера. Куда-то туда уходит, блин. Круто было. Еще что? Ёшкин компошкин. Куда ехать-то нам, блин, а? Ну-ка глянем сейчас. Так, это что у нас? Тайник выживальщиков. Тайник, тайник. Продвинуться здесь. Так, так, так. Наверное, где-то здесь. Это что такое? О, давай сюда тогда в точку. Где тачка, блин, ну-ка. Иди, я прикрою. Окей, пошли. Ладно, вперед. Поехали. 500 метров, короче, да, до туда надо доехать. Давай. Погнали. Вода, блин, да, объем. Не доехать, нифига. Получится, интересно. Грешников больше не видно.
Так, это что это такое? Неудачное место. Сменю позицию. Тебе мозг, превратить тебя в суперфрика, родной папаша не узнает. У тебя хорошая папка, а вот у меня нет. Помогала дымщикам варить эту дрянь. Моя морская свинка стала подопытным кроликом. Бедный Гамлет. Прости, о чем мы говорили? О, да, точно, дурь. То есть эти усилители, мы тебя так накачаем, чувак. Будешь круче про рестлеров, демщики икнуть не успеем. Но сперва нужна проверка. У меня тут это полоса препятствий для проверки рефлексов. Ну, это ради науки, с парой сюрпризов. Сейчас. Ну, я посмотрю и прикину дозировку. Выражаться дробовиком. Ну ладно. Блин, ладно. Придется вооружиться дробовиком. Так, что делать дальше-то? Стекло, да-да. Книги, вот что нужно. Дядя Фестер научил меня получать лизергидомную кислоту из семян вьюнка. И еще куча всего. Понятно, короче, ладно, что? Будет бешеный, что ли? Не сажай меня в тюрьму, а? Ладно? Тюрьма, а? Шериф от Бога! Кого уничтожить-то, не пойму, блин. Так, ну... Дальше что?
Чё это за фигня? Так, что теперь? Не поверишь, скорость. А, да. Лучше давать скучные и простые имена. Ну, типа, апельсин. Угу. Ну, то есть, апельсин и есть апельсин, да? Только чертов гений до такого додумается. Закинься вперед, стреляй по целям, тави свиней, все просто. Насчет свиней вообще не парься. Получат по заслугам, ты знаешь, они знают за что. Итак, пора начинать. Приступим! Ничего. Так, и чё? Короче, вот такая вот история. Потом все попробуем.